Радиаторы отопления выходят на новый уровень. В Саратовской области запустили предприятие, где на производстве представлен полный цикл по изготовлению еврорадиаторов. Уже сейчас, когда с конвейера сошла лишь 1000 образцов, руководство предприятия уверено в будущем успехе. Специалисты обещают, их радиаторам не будет равных. Почему? Выяснила Елена Петрова. Первая 1000 радиаторов нового поколения уже сошла с конвейера. Здесь уверены, за ними будущее. Радиаторы, обещают сотрудники, прослужат так долго, что успеют надоесть. Их даже сравнивать нельзя с алюминиевыми или биметаллическими. Они сразу на несколько планок выше. Весь цикл производства проходит в двух цехах. Сначала готовят листы, потом скрепляют их бесшовной сваркой. На выходе получается радиатор, который выдержит огромное давление и даже не дрогнет. Металл у нас советского производства, очень хорошего качества. Были проведены необходимые проверки все. Испытываем его на герметичность, на взрыв. Проверяем с каждой партии, скажем так, несколько радиаторов. Выдерживает больше 30 атмосфер, что для нашего, скажем так, батарей, отопления, системы отопления более чем достаточно. Новое производство открывают в Энгельсе. И хотя работа здесь кипит уже не первый день, по традиции перерезают ленточку. На счастье. Это местоположение для размещения производства мы выбрали именно потому, что оно находится уже в непосредственной близости к нашему имеющемуся заводу. В это производственное помещение мы инвестировали более 7 миллионов рублей и завезли сюда оборудование, станки и машины из Германии и Италии, чтобы производство могло функционировать. Руководство предприятия уверенно смотрит в будущее. На новую продукцию уже нашлись покупатели. Вся партия радиаторов, которую смогут произвести до конца года, раскуплена. Сейчас уже есть заказы на 8000 первых радиаторов. И до конца года все 134 тысячи радиаторов, которые мы сможем произвести здесь, будут уже у них есть свои клиенты. Это частный сектор. Хотя, на первый взгляд, это не совсем логично, но действительно частный сектор является самым массовым заказчиком для нас. Уже в ближайшие месяцы предприятие выйдет на новый уровень мощности. В год здесь планируют выпускать до 400 тысяч радиаторов. Это 25% от общей загрузки российского рынка теплообменников. Энгельское предприятие по замыслу инвесторов станет одним из ведущих в стране и даже потеснит позиции сегодняшних мировых лидеров – Китая и стран Евросоюза. Елена Петрова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.